Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Tower Conquest. Так, ну что, зайдем в тренировку. Так, запрос. И обратно их на прокачку. Так, в магазине бесплатно. Что у нас? Бомбер. Квест выполнил. Так, что у нас в ежедневных заданиях? Что дадут? Я тебя умоляю, только не зависни у меня на этой загрузке. У них бывает такое. Награда. Это роща, насколько я помню, да? Так, подожди, роща. Так, заберем вначале здесь еще награды. О, термин. 19 карточек, нормально. Новый сезон. Короче, в бой. Побежали в бой. Выберем. Давай этот отряд, фиг с ним. Опять же, с помощью молотильщика, я думаю, сейчас мы тут разнесем все. И надо посмотреть про рощу, что у нас там с ней происходит. Надо нам она, не нужна. Если она у нас прокачанная, естественно, я не пойду выполнять ежедневное задание. Просто молотильщик всех выносит. Оно и понятно, уровень-то какой. Значит так, роща. Это у нас, наверное, здесь, да? Нет, это не здесь. А где у нас роща? Роща, роща. Вот она. Друзья мои, нужна. Нужна. Поехали. Ох ты, друидка, нифига тут. Ладно. Так, возьму, наверное, Ронина сюда. У него там баллиста, да? Насколько я помню, была баллиста. Наверное, тоже возьму друидку. Хотя у него друидка прокачаннее, чем моя. Тоже возьму баллисту и... Кого еще взять в дополнение мне? Я вот даже не знаю. Грифона, может быть? Или тыквоголового? Давай, наверное, тыквоголового. Хотя бы посмотрим, друзья. Смогу ли я справиться с вражеским отрядом? Отряд неплохой. Это я тебе точно говорю. А роща, что же роща делает? По-моему, у нее тоже, ребят, фаербол. У рощи. Так, ну давай на равных тут. Да, Ронин сам себя убил. Отлично. Мне такое предчувствие, что сейчас выйдет друидка. Нет, никто не вышел. Не успели. Ну что же, продолжаем. 23 карточки на рощу мы получили. А-ау. Ну что, я, наверное, то же самое, ребята, буду делать. Выбираем. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, вместо друидки, например, можно было бы, наверное, взять и ведьму. Это вторая наша попытка. Я надеюсь, что все попытки у меня будут удачными. Так, первого, кого он вызывает, это... Мага-воина он призывает, да? Но если, например, возьму... Блин, неохота мне рисковать через баллисту, поэтому я, наверное, сделаю так. Опять же, друзья мои, это отражение. Оу! А почему это? А сфига ли, блин? Смотри, что сделал, а? Говнюк.
Объясни-ка мне, почему он наносит урона больше, блин? Я не пойму. Очень интересно. Да вали ты нафиг. Блин, ну Рони, ну почему ты не побежал, а? Расколбасим, расколбасим. Да. А друидка даже не высовывается. Так, первый раз 23 карточки. Теперь у нас будет 13 карточек. И в последний, по-моему, 8, да? Ну, давай возьмем так. Но здесь немножко несправедливо, я считаю, ребят. А на каком, блин, основании? Так, тыквоголовый вообще тут, по ходу дела, не нужен. Надо взять кого-то, наверное, более быстрого юнита какого-нибудь. А кто у нас быстрый юнит? Бомбер? Не варик. Тигр? Такой себе. Ну, особо тут и брать некого. Ну, давай призрака возьмем. Ни разу не брал тут. Захотелось призрака взять мне. Так, начнем, да, потихоньку, значит. Погнали. Да, ну вот ты посмотри. Надо же, блин, получилось. Да, я тогда тебе так же в ответку. Фига ты приборзевший. Хорош. Вообще шикарно, вообще шикарно, друзья мои. Просто запуляли. Еще ему здесь не помогло. Ну что, я все награды получил, друзья мои. Роща стала, как говорится, ближе к улучшению. Ну а мы идем, конечно же, на основные задания. Так, мы с тобой вот здесь вот не прошли. Точнее, не допрошли. Я думаю, наверное, менять команду не буду. Такой вот и пойдем. Сейчас мы им сладких звездюлей-то навешаем по полной программе. Ну, вызовем молотильщика. Он крестьяшек быстро тут ушатает, я думаю. А потом можно будет деда вызвать. Не очень хорошо. Бамс. Еще охламонка вышла. Ну что, дедуль, наверное, нам пора с тобой выходить. Блин, грифон. Опа-на. И БФГ-ху именно, ребята, выбивает из этого. Серьезно сейчас? Да, епископа, ребят, моментально разнесли. Просто момента море. Да, я думаю, что тут победа уже за нами, это однозначно. Все. Ничегошеньки у него не вышло. Как бы он там ни старался. Ну что, забираем наш сундук, друзья мои. Ага. Так, и у нас нефритовая долина. Ну, я думаю, что можно пока и этим отрядом побороться. У него самурай, да, будет здесь. Значит, у нас голем против самурая. Вот. Ну... голем против самурая и молотильщик в придачу. Это ядреная смесь для него. Ну да, вот-вот-вот-вот начинается, ребят. Тут вот нытье да катанка.
Плюс этот еще тут вышел. Молотильщик, ну куда ты? Ну побежал-то, сломя голову, ну. Что-то мы как-то его быстро. Ты ракошу-то как мы разобрались с тобой, а? Просто моментально. Это хорошо. Но шансов у него, как ты понял, не было. Шансов не было, и мы с тобой проходим далее. Так, здесь, ага, всадник на журавле. Вот против всадника на журавле у меня-то тут, честно сказать, не особо хорошие юниты, чтобы контрить его. БФГшка, да, БФГшка может, и служитель тьмы. Но дело в том, что надо до него еще добраться. То есть вот мы выпускаем, например, голема, и следом выпускаем БФГ. Как это сейчас будет происходить? Нужен служитель тьмы, ребята, срочно. Срочно нужен служитель тьмы. Да, блин, ну пока он дорогущий, блин, понимаешь? Но моя тактика-то сработала. А это самое главное. Так, перекачку. Куда мы, кому там перекачиваем-то? Блин, да, он... Не того ты, парень, качаешь меня. Не того. Ураганчик. Давай еще одного служителя тьмы на всякий случай, ребят. Плюс корни. Да, да, тут моего просто пожизненной хпшки ну, просто его высосали, как вампиры, блин. Ой. Вуджен, ребята. Ну давай, я рискну, ребят. На свой страх и риск я возьму этот же отряд. Но с надеждой на то, что молотильщик будет сбрасывать свою пилу. Ну, есть такой шанс, ребят. Есть шанс. Маленький, но все-таки есть. Здесь все понятно. Здесь по старой школе. Вот прыгун был бы вообще идеально здесь. Можно, конечно, корни успевать ставить, если будет такая возможность. Или же деда. О, этот псих, ребята, появился. Давай, 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 давай. Мы чпокнули его там? Я не вижу. По-моему, уничтожили, да? А вот опять появился хэть-хэть этот. Нормально. Я сейчас вызываю деда. Дед пошел. Естественно, корни. Естественно, голема. Ну, по-моему, все. Он в ловушке. Молотильщик там наяривает. Дед бомбит. Классно. Все, что доктор прописал, да? Блин, черепаха. И это у нас энергии здесь нету. Давай, наверное, мы возьмем. Подожди. Этот отряд не очень хорош. Он не очень хорош в плане того, что... Наверное, вот этот возьму. Всадник на журавле есть тут. Как бы подконтролька будет небольшая. Плюс баллиста. Тоже неплохой подспорье. А вот то, что у него черепахи сзади будут перед терракошами стоять, вот это вот не очень, ребят, хорошее, конечно. Как бы тебе это сказать? Не очень для меня хорошо, так скажем. Вон она и черепаха выползла. По идее, мы должны... А давай я сделаю вот так вот. Что-то как-то баллиста, ну прям вообще ни о чем, ребят. Сейчас вызовем вторую баллисту.
Угу. Блин, они неудобно встали, понимаешь? Давай так вот. Да слишком поздно ты сделал, это уже не надо было. Пора вызывать друидку. Че на них тут любоваться? Ну, расколбас идет. Расколбас идет капитальный, так что... Я еще, ребят, одну баллисту призвал. Я думаю, что этого более чем достаточно. Из стана не вылазят. Нанесение урона. Ускоряху взяли. И в конце концов разнесли ему замок. Ну, план, в принципе, мой удался. Богиня солнца. Да, такая вот она. Дамочка противная. Будет жарить. Ну, если мы, конечно, ей дадим такую возможность. Мне бы не особо хотелось бы. Так, я вот думаю, может быть, все-таки баллисту в первую очередь позвать. Давай в первую очередь позову баллисту, плюс прикрою хотя бы щитоботом, ребят. Вуджен, что ли, там хыкает? Или мне показалось? Нет, ребят, Вуджен, блин, хыкал. Значит, у нас тактика такая, ребят. Сейчас он подойдет, и мы его будем притягивать к нам сюда. Ой, черепаха. В плане ты уже вы... Эй! Друзья, он уже вызвал, прикинь. Вот это гадость. Он всю армию мне разнес. Есть, минус богиня. Заморозка капитальная. А почему так быстро он из заморозки вышел? Вот это для меня непонятно было. Ты посмотри, сколько он таракошек назвал. Так, черепаха в минус. Этот в минус. Эти хлыщи сейчас тоже довыпендриваются. Вуджена замораживаем. Готов. Ребят, 32 секунды у нас осталось. На все про все. 26 секунд. У нас замок еще даже вообще, ребята, не получил урона практически нисколечко. Бомбанули. То, что доктор прописал. Ну что, ребятушки, по-моему, мы с вами дошли до портала. Девять самоцветов. Да, мы дошли до портала. Башня костей, бог ветра. Ну что, друзья, так, у нас здесь будет территория роботов. Дальше идет территория захватчиков. Опять Терракотовая долина. Долина подданных. Территория нежити и уже портал. То есть повторяющих уровней здесь не будет. Блин, бомбер плюс толкатель. Ядреная смесь, я тебе скажу. Здесь, наверное, будем паладина вызывать в первую очередь. Я вызываю паладина. Блин, вот ненавижу, когда вот это вот. Он сейчас будет отталкивать, вот в чем проблема. Бомбер нам тут понадобится. Ой, бомбер, кто ты? Всадник на журавле, конечно же. Слушай, это удивительно, что у него не получилось никого даже толкнуть. Такое редко очень бывает. Ну что, я тогда поздравляю нас, мы пройдем. И причем даже ни один юнит не умер. Отлично. Хорош. Так, ну что же, погнали на вторую. Здесь у нас, ну, то же самое, ребят, толкатель и аэропульсор. Боксер, так скажем.
Опять же, на паладина вся ставка. Но здесь они оба толкаются. Так, он вызвал... А мы вот так, наверное, с тобой сделаем. Потому что эти ребята здесь ничего им не сделают. Так, попробуем их заставить. Вот, ребят, вот я об этом говорил. Разнесли. Урон не получили мы с тобой. Выбивает щит, видишь? Нет, 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 все уже. Ребят, сдавайтесь. Тут вам уже бесполезно что-то делать. Победить они все равно меня не смогут. Опытный тактик выполнил задание. Спасибо. Погнали дальше. Так, ну, ой, молотильщик, ребята, здесь. А здесь у него будет молотильщик. Ну что я могу? Я могу только лишь, друзья, Ронина здесь вызывать. И что вытворяет? Ну куда ты выбежал? Ну ёпрст ты, ну. Ронин бежать не стал, да? Решил по медлячку пробежаться. У рыцаря мага, ребята, хорошая вот эта вот пассивка, которая дает отражение урона. Ну это прям имба какая-то. То есть враг тебе бьет и сам же себя убивает через отражение. Такс, здесь я меняю. Я добью, наверное, их этим. Если молотильщика нету, нечего переживать вообще. Хотя против молотильщика очень бы даже неплохо зашла бы, зашел бы всадник на журавле. Но дело в том, что он не, ой, он не стоит, ребята. Всадник на журавле, он проходит, он проходящий юнит. Так, подожди, 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 подожди. Ага. Так, паладиныча, наверное, позовем. Да и пора друидку, наверное, уже. Это вот они собирают термин на 9000, что ли? Робота вот этого тут. Гигантского. Идет, идет толпуша. Причем у щита бота, ребята, он выбивает щит, а у паладина щит не выбивается. Как ни странно. Но... И вот у всадника на журавле урон маленький. Вот это да. Ну, малюсенький урончик. Он не танк все-таки, как бы. Элементарная вспомогаловка, которая может только вот помогать. Ой-ой-ой-ой-ой. Термин 9000. Ну, все равно, ребята, мы будем сильнее его. Да, это, мне кажется, его собирали. Вот, потому что тут голова, тут детали для него доставляются. Или альтрона какого-нибудь делают. Я не знаю, ребят. Кого-то доделает. Так, давай начнем, наверное, с нашего рыцаря. Хлоп. И что будет, если мы ведьму с тобой? Блин, ну ведьма. Прыгуна я, наверное, сделаю. Прыгуна и Ронина. И чё, ну и мышь, а чё? Фига ты там. Вышел, ребята, вышел. Я ждал, ребят, когда он выйдет, для того, чтобы чисто на ульте его поймать. Он вышел и получил, как говорится, звездюлей сразу же.
от меня. Так, ну а мы с тобой получаем, ну, такие карточки, короче, ребят, на то, что у нас есть. Это все у нас прокачано. Так, ну что, пора этот, наверное, отряд, ребята, юзать, я думаю. Так, кто у него там? Ой-о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 й
Ну это трэш. Это был трэш. Смотри, что вытворяет, а? Это, конечно, он меня подловил. Че я тупанул? Нет, 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 давай этот. Почему я так, блин, лопухнулся? Не надо было ничего делать. Надо было вызывать сразу же это. А я начал на прокачку ставить. Так, попробуем сейчас через 150 сделать. Пипец, сделал. И... Да ну это бред. Хотя получилось. А, урон. Я урон, ребят, получил по замку. Трындец, короче. Второй фейл. Да заколебал ты уже со своими этими дебилами, а? Нет, этот отряд здесь как-то совсем не котируется, ребят. Я прошел, но паршиво прошел. А как я тогда должен здесь быть-то? Так, давай еще разок все-таки попробуем. Что-то я не догоняю. Ну, бородавочник, ну и что? Вот так попробуем. Ну да, такая тактика, ребята, сработала как раз. Блин. А там нифигашечки у меня не выходило. Надо было все-таки на одну прокачку делать. То есть вызываешь этого ползуна, полтинничек прибавь. Вызываешь ползуна, полтинничек прибавь. А я не прибавлял, не прокачивал. Ну, вот здесь можно уже джиггернаута, наверное, вызывать. Здесь пришлось так сделать, потому что иначе, ребята, он бы мне нанес урон. А здесь бы он мне нанес урон, и было бы тогда беда. Ну, почти то же самое, что и в прошлый раз мы с тобой поставили. Он стоит, ребята, он не дает продвинуться. Джиггернаут наш. Он как бельмо на глазу сидит у него. Ему, чтобы пройти дальше, ему нужно уничтожить его. А мы ему не даем, мы его просто контрим постоянно. Поэтому, что бы он там ни пыхтел, ни делал, у него не выходит нифига. Так, квест тактика завершен. Так, ну здесь что? Ну, воблер, да. На воблер. Я опять же, ребят, через джаггернаута собираюсь, ну, выдвигаться. Под прикрытием, не знаю, только кого. Кем, ниндзю. Давай так. Ауч. Что-то как-то
А, Вобер даже ничего не успел, его сразу заколбасили, ребят. Воблера сразу заколбасили. Я вызвал жнеца, но он здесь уже не нужен, ребят. Такое ощущение, что у него закончилась или манна, или еще что-то. Он даже двигаться не стал. То есть ничего выпускать. Такс. Тут энергии нету. У нас осталось... У нас осталась энергия только лишь на топовом отряде, получается, да? Так, а тут жаба с молотом у них прибавляется, я смотрю. Ёк-макарёк, ты опять меня подлавливаешь на фигне на всякой. Хм, Ронин выжил? Ронин выжил? Окей. Так, возьмем чумнуху. Это плохо. Блин, что-то прыгун как-то... Как-то не особо хорошо-то он тут буянит. Прыгать прыгает, но в агрессию не вступает. То есть на лайте. На лайте делает прыжок и просто идет как на прогулку. Ага. Здесь, друзья мои, наш старый добрый друг Смотритель. Наш старый добрый друг. Ну, в кавычках, конечно же, ребят. Конечно же, в кавычках. Какой нам, чертовой бабушки, друг. Он наш враг. Давай посмотрим так. Плюс я вызываю Ронина. Ну, Ронин, как всегда, ребят. На медляке выходит. Так, и в припляску с воблером. Вот это я, наверное, зря сделал, конечно. Хотя нет. Наверное, не зря. Сейчас чумнуха добомбит замок, прикинь. Да, она так и сделала, ребят. Просто допинала его. А мы забираем с тобой сундук. Сундук захватчиков, и у нас... Ну, хотя бы по 12 тысяч монет дают. Не по 5 тысяч, а по 12. Это уже что-то. Так. Эх, эти ниндзи. Эх, эти самураи. Жесткая, конечно, здесь будет комба лютая. Если мы с тобой через Ронина... Давай... Ой-ой-ой-ой-ой. Я успею 225 набить? Успел. Но ниндзя, ну, конечно же. Слушай, нам повезло, ребят. Отражение изумительно сработало в нашу пользу. А вот это бесяло. Вот эти вот секунды, которые дает им самурай во время истерики, очень хорошо помогает врагу. То есть он может подойти сзади, как раз свои армии сгруппировать, как бы, ну, укомплектовать поближе к нам. И там уже начинается разбор полетов. Так, ага, вот, ребятушки, есть энергия здесь. Но команда, команда паршивенькая. Он же будет, наверное, собак своих выпускать. Нет, выпускает самурая. Ну, самурай, блин, ну вот собак, ребят. Да-да-да-да-да, еще и напугал. Он там, как всегда, ой, ой, ой. Корни давай выпустим. Ты посмотри, что происходит. Я хочу просто позвать деда. Хлоп. Хлоп. Плюс корни. Плюс БФГшка. И опять эта ниндзя паршивая. Не дотягиваюсь до нее, не достаю.
Но зато служитель тьмы вышел. И сейчас начнется перекачка здоровья. Есть. Офигеть, конечно, у него молот у этого деда. Кого он такого чудовища завалил? Непонятно. Так, ну это не то. Все, друзья мои, все у нас на сегодня, ребят, заканчивается серия, потому что энергии больше нет. К сожалению. Но это ничего страшного, потому что мы увидимся в следующей серии и продолжим наше прохождение. Так что всем удачки и до новых скорых видосиков.